Доброе утро! Вы смотрите «Наше утро» в эфире Амурского областного телевидения. Сегодня мы, Надежда Пархунова и Андрей Добрый, будем поднимать вам настроение. Да, сегодня 14 апреля, среда, и этот день начинается отлично, потому что встречаете его вместе с нами. Ну и начнем, пожалуй, сразу с хороших новостей. Больше 100 дворов пожилых людей и инвалидов с начала весны привели в порядок амурские волонтеры. В Приамурье проходит акция «Чистый двор». Парни и девушки наводят порядки во дворах частных домов и уже успели облагородить 107 подворий села Ивановка. И, кстати, акция продолжается. Когда позволит погода, волонтеры снова возьмутся за грабли и лопаты. Ну, хорошими новостями мы с вами поделились, а теперь поделимся анонсом, что нас ждет сегодня в программе. Сегодня вспомним, что за ЧП произошло в этот день в 2014 году. А еще расскажем об изобретении апреля. Это месяц рождения интернета, без которого сегодня, ну, ни туда и ни сюда. Послушаем нумеролога. Обещает неоднозначный день. Еще больше более точных прогнозов даст астролог, утверждает, что день сегодня на грани. Пообщаемся с предпринимательницей о красе ногтей и о ее участии в конкурсе «Главные женщины России». Другая наша гостья расскажет о современных тенденциях дизайна. Интерьера. И, мамочки, будет рубрика для вас. Специалист даст рекомендации, как научить ребенка рисовать. Очень полезный и творческий навык. Ну и не менее полезными будут, конечно же, новости, которые мы сейчас вместе с вами посмотрим, а через 10 минут вернемся в эту студию. Сегодня среда, 14 апреля, и я напоминаю, это не просто так, а потому что нумерологи определяют число 14 как так, достаточно сложное число. Люди, рожденные 14 апреля, это люди с непростым характером, они бунтари, они эмоциональны, управлять ими очень сложно, и они слабо поддаются, если можно так выразиться, дрессировке и управлению. Скорее, это такие лидеры сами по себе. Но зато рожденные 14 апреля сами не любят никем командовать и не забирают ни у кого свободу, потому что они очень ценят, поэтому они относятся к этому, ну, щепетильно, так сказать. Поэтому мы поздравляем всех, кто родился 14 апреля, и всех, кто не родился 14 апреля, приглашаем посмотреть нашу рубрику «Нумерология». Посмотрим, что нам напророчили сегодня числа. Друзья, середина недели на календаре 14 апреля 2021 года. Цифра дня также 14, но цвет дня, который хорошо можно сочетать в своих образах, в своих аксессуарах, это все голубые, дымчатые и небесные тона. Число удачи сегодня 5. В нумерологии этот день называется «День традиций». В главных плюсах дня терпение, милосердие и возрождение самых добрых традиций и привычек. При этом помните, что минусы дня несут в себе обиды и перепады настроения. В основе этого дня анализ информации и получение знаний. В вопросах красоты и фитнеса приветствуются ароматерапия и дыхательная гимнастика. В отношении здоровья уязвимы сосуды, грудная клетка и зрение. Дайте глазам сегодня отдохнуть от гаджетов. Завершая прогноз темы бизнеса и инвестиций, хотела бы сказать, что в такие дни, как сегодня, лучше избегать скоропалительных решений и импульсивных действий в покупках. Всего вам самого наилучшего и до встречи завтра! Мы продолжаем встречать это утро вместе с вами, Надежда Пархунова и Андрей Добрый. И сегодняшний день, конечно же, наполнен разными событиями. О них мы вам и расскажем. Праздник огня или День Семаргла отмечается сегодня. Это языческий праздник божества огня, Семаргла, огнебога, переплута. В общем, называют его по-разному, но истинное его имя никогда не произносят. Считается, что это делать нельзя. Поэтому, если вдруг кто-то хочет отметить это событие, почему бы и нет? Мы вас с удовольствием поздравим. Праздник языческий, праздник такой яркий, весенний. А мне хотелось бы сказать о том, что еще 14 апреля отмечается праздник нового солнечного года в Индии. Именно в Индии в этот день отмечают снисхождение богини Ганги. И, как правило, отмечают этот праздник на берегу реки Ганга. Дети надевают цветочные гирлянды, дома украшаются гирляндами. И так они отмечают новый солнечный год. Ну, вот такой интересный. Практически как и мы, только мы в морозе, а они в жаре. Новый год, да, такой солнечный. Они его именно так назвали. Я думаю, все связано с весной. Вот все-таки весна приходит, и все как-то солнышку радуются. И Семаргл, и Индия. Поэтому два праздника сегодня. Да, и все могут немножко даже сегодня посмеяться, потому что сегодня отмечается Международный день внезапного смеха. Иногда, да, ну, как бы не принято просто взять.
обязательно засмеяться. Людей, да. А сегодня это с поводом своего рода, да, поэтому если вдруг захотите немножко посмеяться, похохотать, позвольте себе это сделать, потому что сегодня вот такой замечательный праздник. Какие же события происходили в этот день в Амурской области в разные годы, мы узнаем из рубрики «День в истории». В 2014-м во время тушения опала в Завитинском районе пострадали 9 человек. Ветер изменил направление, и огонь пошел на людей. Среди пострадавших было 4 работников Завитинского лесхоза и 5 человек добровольной пожарной дружины. Двух огнеборцев в критическом состоянии санавиация доставила в областной ожоговый центр. Житель Благовещенска Сергей Григорьев создал автолетоход. Изобретатель в прошлые годы работал летчиком. Транспортное средство воплотил в масштабе 1 к 10. Его творение может передвигаться по воздуху, земле и воде. Конструированием занимался с помощью подручных средств – пластиковых бутылок, фанеры, деревянных линеек и винтов. Инспекция Общественного народного фронта подвела итоги своего рейтинга. Специалисты работали по всей стране с июля по декабрь 2015 года. Таблицу качества дорог разместили на сайте ОНФ. По Дальнему Востоку в областной столице дороги были одними из лучших. На 10-м месте Магадан, Южно-Сахалинск стоял на 42-м месте, Владивосток на 66-м. Хабаровск замкнул сотню, за ним Биробиджан и Якутск. А самое последнее место в рейтинге занял Петропавловск-Камчатский. В 2017-м жители областного центра устроили столпотворение на открытии нового торгового центра. Концерт не привлек внимания покупателей. Сотни горожан столпились возле дверей гипермаркета и мечтали поскорее попасть внутрь, чтобы оценить работу торгового объекта и воспользоваться обещанными скидками. В Благовещенске состоялся тотальный диктант. Писали отрывок из нового романа Гузели Яхиной. Площадками для проверки грамотности стали АМГУ, библиотека для слепых и здание Почты России. В акции участвовали не только амурчане, но и жители более 1000 городов в 76 странах мира. Без чего мы не можем представить себе сегодняшний день? Вот любой, в любой точке мира. Без чего, Андрей? Мне кажется, что я отвечу правильно. Без интернета. Сейчас наверняка хором тебе отвечают все наши телезрители. Это действительно так. Еще буквально 20 лет назад мы фактически многие не представляли, что делать в интернете, что там найти. Да, ну да, и да. Сам интернет был другой. Сейчас же мы не можем обойтись ни одной минутки свободной для того, чтобы не взять в руки свой телефон, смартфон, айфон, все что угодно. И посмотреть, какие новости последние, погоду, Инстаграм, любые другие социальные сети. Как же он появился, этот интернет? Кто его изобрел? Узнаете из рубрики «Надо знать». Интернет, в котором все становится секретом Полишинеля, был создан не просто для передачи информации, а для ее надежной защиты. Его истоки в политическом страхе, обуявшем США после космических успехов Советского Союза, когда Вашингтон боялся шпионажа со стороны Москвы. Уже в 1957-м, после запуска советского спутника, Пентагон обратился к ведущим заокеанским университетам с предложением создать компьютерную сеть. В апреле 1969-го эта сеть, получив название ARPANET, была представлена военному ведомству. Сперва она соединяла 4 университета, и ее пользователями были только американские ученые. Но в 1973-м к ней подключились две страны – Великобритания и Норвегия. ARPANET прекратил работу в 1990-м, но оставил в наследство интернету почти все свои протоколы, определяющие обмен данными между программами. Погода продолжает нас удивлять. Мне всегда нравится, вот как раз в марте-апреле, любой разговор о погоде, он живее, чем в другие времена года, месяца, потому да. что, да, нас она удивляет. Ну, конечно же, то у нас плюс 16, то потом начинается похолодание, снег, метель, потом вроде как опять что-то теплеет. Погода творит какие-то чудеса, и многие наверняка задаются вопросом, когда же снова весна к нам придет в город и в нашу область. Ну, если верить синоптикам, то обещают где-то ближе к выходным, к воскресенью, до плюс 17 снова, так что будем ждать. А какая погода ждет нас сегодня, да и в ближайшее время, узнаем из прогноза погоды.
Жительница Благовещенская Вера Мушенко, основательница салона красоты премиум класса, стала номинантом конкурса «Главные женщины 2020 года». Что это за конкурс такой и какие там испытания были для участников, как раз таки она и расскажет. Доброе утро! Доброе утро! Доброе! Доброе утро, Вера! Я смотрю, сразу смотрите, цветы принесла нам Вера, сразу как-то весна прям наступила в нашей студии. И весна, и красота. Но такое название премии «Главные женщины 2020». Очень с претензией, кто эти женщины, кто они и главные. Почему они главные? Да, почему же они главные? Но, наверное, основной вопрос будет к организаторам этого конкурса, почему они главные. Но я думаю, что и вообще премия эта организована для женщин, которые занимаются бизнесом. То есть они возглавляют какие-то предприятия, возглавляют свое детище, возглавляют тот бренд, который они организовали. Постепенно конкурс перерос в то, что женщины, участвующие в этой премии, они являются и топ-менеджерами на работах. В наших реалиях это уже и блогеры, возглавляющие свой микробизнес. Потому что блогерство – это тоже бизнес. Угу. Вот поэтому они главные, потому что они что-то возглавляют. Ну, то есть ваше направление, насколько я понял, вот написано, что салон красоты премиум-класса, у вас по красоте все, да? Насколько я помню, вы говорили, связано с маникюром. Нет. Не только, да? Связано совсем. Совсем, да, связано? Совсем. Мы с медлицензией, с врачами. Слушай, то есть у вас большой, действительно, такой мощный механизм, так скажем. Более того, у меня их сеть, потому предприятий несколько, и учебный центр, и профессиональный магазин. Поэтому вот это большое... Сфера красоты, да? Детище из практически у нас 50 девушек. Которые трудятся работает. В компании. У нас есть один молодой человек, врач-массажист. Вот как раз я их придумала этот бренд. Веду его, возглавляю, и в этом году уже будет 20 лет. Ну, как вы попали? Как вы попали на вот этот конкурс, вот на эту премию? Кто были жюри, по каким критериям оценивались? Потому что если бизнес действительно разный, то и оценивать тяжело. Блогерство – это одно, да, мне кажется, а сфера красоты и тем более такая сеть расширенная – это совсем другое. И еще сразу вдогоночку вопрос. Премия уже прошла или еще будет? Нет, премия будет 18 апреля. В рамках этой премии будет проведен двухдневный форум. Вот. И подготовка к всему этому мероприятию продолжалась год. Вы правильно сказали, 2020 года. Она должна была состояться в конце прошлого года, но из-за пандемии вся эта история перенеслась на начало этого года. В премии участвуют разные направления, поэтому и разные номинации. Блогеров будут оценивать по блогерским критериям. Нашу сферу здоровья и красота будут оценивать по другим критериям, а топ-менеджеров по третьим и так далее. Поэтому они на меня выходили года два назад с предложением участвовать в этом конкурсе. Ну, я как-то вот... А конкурс, он в чем состоит? Что вы готовите? Какие, да, что вы сейчас, да, представляете для конкурса? Ну, основные испытания были. Первое, это нужно было составить свою визитку, то есть представить себя как личность через обычные фотографии или необычные фотографии. То, что нужно было провести со стилистами работу, сделать фотопортрет именно человека, который представляет свою номинацию. Потому что один из пунктов – это лицо бренда, и я как бренд, что я собой представляю. Потому что, ну, все мы понимаем, встречают по одежке. Ну и а что плохого, что если будет и первое впечатление хорошее, да, и второе, когда человек раскроется, усилится уже, да, будет в профессиональной сфере. Кто были жюри? Кто вот в вашей сфере жюри? Как оцениваются? Для вас это компетентное жюри? А то, знаете, вот может быть, сферу красоты будут оценивать люди, которые ничего в этом не понимают. Кстати, жюри действительно достаточно мощное. Я просто прочитаю несколько человек, которые, думаю, знают абсолютно все. Это Владислав Лисовец, это Лисан Утяшев, это Александр Добровинский, Ирина Хакамада. Вот эти мега-люди, да, в своей сфере, действительно главные люди в своем деле, они возглавляют как раз-таки жюри. Расскажите, пожалуйста, вы с ними уже успели поработать как-то в процессе подготовки или они будут как раз-таки на этом форуме? Вот с Анеттой Орловой все участницы могли поработать до того, как мы поедем на бизнес-форум, потому что она как раз психолог, преподавала
умение себя преподнести как бренд. Потому что, ну, мы же понимаем, люди участвуют разные. Некоторые, допустим, в юридическом направлении или там, не знаю, в топ-менеджер, когда человек как личность несет много в себе, а представить это не может. Ну, потому что это тоже навыки своего рода, свои. Да, это свои, своего рода навыки, артистические, ораторское искусство и так далее. Поэтому вот она преподавала вот это направление. Но, видите, этот конкурс сделан еще и с какой целью? Что меня, в общем-то, больше всего привлекло вот именно в этом, вот в сегодняшнем конкурсе, как он же растет, трансформируется, меняется. Потому что именно два дня бизнес-форума проходит. И Хакамада, и Лисовец, и Лисанутяшева, они будут, и еще очень много спикеров, они будут давать все два дня на форуме мастер-классы. Мастер-классы, обсуждать темы. Это своего рода, представьте, это будет такой огромный нетворкинг женщин-лидеров. Это и обмен мнениями, да. И творчество, и новые опытом, идеи. Давайте вот сейчас просто про сферу вашу вообще поговорим. Сфера красоты. Понятно, что она сейчас очень востребована. Она как и у женщин, и у мужчин она сейчас востребована. Что сейчас модно, что не модно? Модно ли сейчас вот эти вот уколы, да, может быть, там какая-то активная пластика? Что модно в прическах современных? Ну, вообще, какой стиль? Мы с Андреем, ярко выраженный? Мы с Андреем сегодня модные или не совсем? Какие еще модники? С тобой, да? А потому что весна уже на дворе, скоро лето, и все хотят хорошо выглядеть к лету. Ну, знаете, что вызывает сожаление у нас? Потому что, когда я начинала этот бизнес в 98-м году и начала ногти, моделирование ногтей, которые еще ни в Благовещенске, ни в Хабаровске не были развиты, и приехав участвовать в Санкт-Петербург в 2000 году на конкурс, меня посмотрели, я заняла второе призовое место, они говорят, а вы, девочка, вообще откуда? Я говорю, ну вот с Дальнего Востока, Благовещенска, это где? Я говорю, ну вот, чтобы вам было понятнее, наверное, возле Владивостока. О, это за Уралом где-то. Для ну, то есть дальше них... Урала это все, да? Вот за Уралом сразу и вот все заканчивается. И у них было представление, что вот они там живут в красоте, в моде, в передовом во всем, а у нас здесь все плохо. Но увидев, что в лице моем, как конкурсанта, который занял одно из призовых мест, что не так ситуация обстоит. И столько лет женщины, которые приходили к нам и обслуживались у нас, они были уверены в том, что вот то, что мы предлагаем, это как раз пик моды. Поэтому что сейчас меня расстраивает, что вот эти гипергубы, гиперскулы, гиперподбородки, это не модно ни на Западе, да, гиперброви, они не модны на Западе, они не модны в Москве. Почему они модны у нас в Благовещенске? Мы должны пройти этот непростой для всех период. У нас времени катастрофически мало, потому что да, очень хочется еще о многом поговорить, многое обсудить. Когда приедете с форума, как раз заглядывайте. Если все пройдет хорошо, я уверена, что это так. Поэтому мы оставим этот разговор и обязательно еще раз пригласим вас. Спасибо большое, Вера, за эту беседу. Да. Приходите к нам еще раз. Желаем вам на форуме узнать много нового, ну и дальнейших побед. И да, победить обязательно. Спасибо большое. Не победим, так выиграем. Это наш девиз. Да, вот именно так, по дальневосточному. Абсолютно верно. Ну а мы с вами продолжаем эфир и продолжим его новости. Важная, полезная информация только для вас. А через 10 минут снова вернемся в эту студию. Наше утро продолжается. Андрей Добрый, Надежда Пархунова по-прежнему с вами. Сегодня непростой день, непростой с точки зрения астрологических прогнозов. 14 апреля 2021 года – это четвертый лунный день, и он очень и очень противоречивый. Вроде бы в нем много будет хорошего, но в то же время будет очень много и негативного. Сегодня противопоказано принятие скоропалительных решений. Пожалуйста, лучше 10 раз подумать. А лучше всего перенести решение на завтра. Сегодня обязательно нужно поработать с самим собой внутри. Подумать, правильно ли вы принимаете какие-то решения, какие-то действия свои осуществляете. Не идите на конфликт ни в коем случае. Как-то нужно постараться этот день пережить в гармонии с самим собой, с окружающими и с природой. Какой все-таки необычный, сложный и насыщенный день нас с вами ждет сегодня. Ну а более подробно о каждом знаке зодиака расскажет гороскоп. Гороскоп на 14 апреля.
Звезды предсказывают нелегкий в деловом плане день. Решение некоторых вопросов придется перенести. Но если адаптироваться к возникающим ситуациям, то можно получить неплохой результат. Тельцы. Повезет творческим людям. Вокруг появятся те, кто протянет руку помощи и наполнит вдохновением. Главное, сами включайте фантазию, чтобы не ждать у моря погоды. Близнецы. Вокруг вас будут постоянно крутиться люди, от которых ничего приятного ждать не следует. Наоборот, какие-то подковырки, критика и обидные словечки. В сложных ситуациях обращайтесь к друзьям. Раки. Если ситуация в финансовой сфере вынуждает слегка рискнуть, то так и поступайте. Главное, не снижайте планку и прислушивайтесь к интуиции. Львы. В этот день удастся исправить не только новые, но и давние ошибки. Если настроение романтическое, то встретите симпатичного человека. Отношения будут весьма интересными и крепкими. Девы. День сюрпризов и приятных встреч. Ничего не будет угрожать эмоциональному состоянию, если сами не начнете драматизировать ситуацию. Одинокие люди имеют все шансы завязать знакомство. Весы. Звезды рекомендуют быть внимательнее к своей жизни. В ней есть немало пробелов и проблем. Постарайтесь отличить черное от белого. С родней ведите себя сдержаннее, иначе ссора неминуема. Скорпионы. Повышенная тяга к благородным поступкам очевидна. Вы даже пожертвуете собственными желаниями и интересами, чтобы окружить вниманием и добротой других людей. Не хватайтесь за все сразу. Это приведет к ошибкам. Стрельцы. Яркий, занимательный день ожидает вас. Вы даже не будете обращать внимание на мелкие замечания и критику извне. Однако придется потрудиться над прошлыми проблемами. Козероги. Сегодня вам будет трудно удержать себя в равновесии. Резкая смена настроения и бурные эмоции зашкаливают. Если не прекратите себя штормить подозрениями и сомнениями, то на плаву не удержитесь. Водолей. Вы с легкостью решите все свои финансовые проблемы. Не исключена помощь от человека, на которого вы и не рассчитывали. В амурных делах гармония и спокойствие. Рыбы. Придется распрощаться с личными желаниями, чтобы выполнить максимальное количество заданий. День непростой, но очень содержательный в плане работы. Обязательно включайте здравомыслие, не гоните на всех парусах. О красоте ногтей и не только мы уже сегодня говорили, теперь предлагаю обсудить красоту в доме. Как создать современный интерьер, расскажет наша гостья Виктория Батухтина, дизайнер салона интерьера. Приветствуем вас, доброе утро. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро, Виктория. Ну, в принципе, уют каждый же понимает по-своему в доме. Поэтому давайте мы сейчас поговорим, может быть, про какие-то тенденции. Какие вот сейчас модные тенденции в интерьере существуют? И как создать уют в доме из небольших, но модных штучек, если или, может быть, из того, что есть уже дома. Свое гнездышко. Да, или что-то новое. Зачастую люди хотят создать уют с помощью текстиля. Это вот самая большая разновидность, когда покупают подушечки, покупают красивые шторы, пледики. Стелят ковры, когда вот все красиво так украшают и начинают там вносить какие-то маленькие там вазочки, где-то внесли красивый столик, где-то может быть ручная фотографии, работа. Да. Да, картинки может какие-то. То есть я правильно понимаю, уют такой из мелочей складывается? Из мелочей, да, вот как про нас привыкли. Сейчас мы были на выставке в Москве, там тоже мы подглядели очень много идей, как создать уют. И сейчас очень часто делают... картины своими руками, то есть это картины смолой, картины алкогольными чернилами, картины делают из стекла, и все это украшают, как сказать, они делают для себя, ну, сейчас очень уже модно срез камня, они все для себя делают красивые картины в своих тонах, тем самым принося уют в свои квартиры. То есть я правильно понимаю, жители дома, квартиры сами себе, своими руками, да, то есть не надо ничего покупать. Они сами себе создают уют, то есть им нравится вот этот цвет, то есть как люди у нас, да, обычно бывает, что мне нужен серый, но не такой серый, мне нужен розовый, но не такой розовый. И создают сами себе красивую атмосферу, которая будет приятна. С перламутровыми пуговицами, да, как вот это. Такой же, но у меня вопрос. А те, кто не могут сами это сделать? Ну, вот, например, ну, не обладают такими способностями. Что, где лучше подсмотреть? Какие-то идеи? Чтобы это, например, через два дня человек поймет, что, ой, ну, и не модно, и как-то и несовременно, я вот тут вот ошибся. Все-таки, где ему подсмотреть, получить совет хороший? Обычно люди вдохновляются, когда ходят по каким-то мастер-классам. Может быть, они приходят куда-нибудь в гости и видят, вот это мне тоже нужно. Обычно, вот, когда люди приходят к нам в салон, они видят различные декоративные штукатурки, думают, блин, вот клево было бы вот именно так сделать. Вот мне нравится. А можно в другом
цвете, а можно вот под меня сделать. А всю картинку они могут при этом могут при этом представить да, себе? Да, у нас сейчас есть очень классная программа, где мы можем быстро за считанные минуты показать, как это будет выглядеть. Да, это будет не дизайнерская визуализация с светом, с вот этим всем тенями, переливами. Это будет, конечно, картинка, где вы точно будете понимать, как будет смотреться та или иная штукатурка, плитка, обои и тому подобное. В принципе, мы подбираем декор также к этому. Если, например, человек хочет сделать косметический ремонт, но создать больше уют, сделать более современный декор, а декор у нас складывается сейчас обычно из каких-то цветочных кашпо, может быть, какой-то книжный шкаф, столик небольшой, поменять стулья и стол, то уже интерьер зацветет, и он уже будет играть абсолютно по-разному. Виктория, скажите, есть сейчас какие-то новинки, может быть, которые совмещают в себе и уют, и функциональность? Ведь все мы знаем, что не все живут в больших каких-то домах, которые могут себе позволить... Или в больших квартирах. Небольшая однушка, грубо говоря, да, либо гостинка, как вот ее можно украсить так, чтобы и комфортно было там находиться, и не перегрузить, да, и можно было использовать все вот эти вещи, которые там есть в доме. Да, в таких маленьких квартирах присутствует минимализм и функционализм. Единственное, это не будет сильно бюджетно, но это всегда объясняю, потому что если вы хотите сделать, чтобы у вас было все максимум функционально, ничего не было на виду, там стол чуть ли не раскладывался в три положения, извините, но это будет как бы стоить денег. Да, как бы мы не хотели, но да. Слушай, ремонт никогда не был дешевой. Никогда. Последние два года он уже растет и растет еще вдобавок. Я предлагаю всегда в маленькие квартиры брать светлые тона. 100% они должны быть светлые. Если вы хотите сделать какой-то декор, он должен быть либо геометричный, либо очень легкий, какие-то, может быть, полукруги, либо какие-то волны, либо флюиды. Потому что чем грубее текстура, тем грубее сам орнамент, тем больше он будет выделяться. То есть у вас будет такая красивая, уютная, светлая квартира, и, например, будет выделяться журнальный стол под срез камня. Из дерева, или из дерева, или из среза камня. То есть линии должны быть плавные, они должны быть тоненькие. Также я говорю про диваны, не надо брать вот эти вот космические корабли огромные. Берите на тоненьких ножках. Да, он будет раскладываться, как, например, там французская раскладушка, но он будет красиво смотреться и будет тоненький, будет и воздуха будет больше в интерьере. Да, он будет функциональный, это надо будет поискать, это не надо будет брать, что первое попавшееся, но он будет функциональный, он будет легкий, и он будет создавать некий воздух в интерьере. То есть компромиссы найти можно, да? Можно, конечно. Скажите, бывали такие, может быть, случаи у вас, когда к вам приходили потенциальные клиенты, да, подглядывали какие-то интересные моменты, и какой-нибудь такой домохозяин говорил, да я вот это сам сделаю, я сам спилю эти шкафчики, да это вот там не надо. Не приходили потом переделывать? Да, потом через месяц, давайте мы все-таки у вас купим. Да, было такое, то, что могут собрать сами стеллаж. Как вы объясняете им, что не надо так делать? Мы им объясняем, что вы можете посмотреть в интернете обучающие уроки, как у нас было с декоративной штукатуркой. Да? Вы можете посмотреть обучающие уроки, нанести сами, если не хотите пользоваться декораторами. Но не смог. Не получилось. Не обучающий урок, конечно, мне кажется, каждый должен заниматься своим делом, правильно? Да, и видеоуроки здесь не помогут, особенно даже если один-два, если ты даже сделал в маленьком кусочке выкрасить, все равно большая стена этому... Все-таки, еще, да, как один такой совет, профессионалы должны делать то, что они должны делать. Если это ремонт, то это ремонт. Максимум может потребитель сам купить себе картину, да, на стену, или выбрать цвет подушек. В принципе, вот давайте про цвета сейчас поговорим. Что сейчас модно? Какие сейчас цвета в интерьере модно? Вообще, сейчас очень модно стало это желтый, синий и розовый, он такой как фуксия больше. А это зависит от функциональности комнаты? То есть, может быть, спальни желтый, да? Нет, такого нет. Чтобы... Раньше было такое, что в спальне нельзя использовать красный, сейчас такого нет абсолютно. У нас серый, он всегда будет в топе, бежевый всегда будет в топе, его любят. Сейчас просто вошли еще в контраст, что это желтый и это фуксия. Желтый, он не такой, как мы привыкли видеть лимон. Он более приглушенный, то есть он подходит для мебели. Возможно, где-то он появится на стульчиках, возможно, он появится в шторах. Это все возможно. Также розовый, но с розовым надо быть аккуратнее, потому что розовый – это такой цвет, который иногда бывает надоедает. То есть это такой приходящий, уходящий. Я считаю, что с розовым должен быть только декор, который нам устали, положили в шкаф, забыли о нем. А желтый, в принципе, он приятен глазу и никогда не раздражает. Как многие, наверное, думают, что желтый он мне надоест. Нет, он вполне... достаточно жизнерадостный. Да,
яркий, хороший, солнечный, в конце концов. Спасибо вам большое за такие интересные советы. Сразу захотелось дома сделать небольшой ремонт и как-то обновить обстановку. Спасибо большое за эту красоту, которую вы с нами поделились, Виктория. Не за что. Ну, а мы с вами продолжаем. Ну и, кстати, чувство прекрасного, мне кажется, надо прививать и развивать с самого детства. И вот для этого дети должны, пожалуй, чаще рисовать, да, чтобы учиться всему этому. А как их приучить к этому, расскажет как раз-таки наша следующая рубрика. Давайте вместе ее и посмотрим. Необычный подход к самым привычным вещам помогает развить у ребенка воображение и творческие способности. В сегодняшнем видео мы решили предложить вам 7 идей разнообразить одно из самых любимых детских занятий – рисование. Первое – рисование сельдереем. Вы никогда не задумывались, на что похож срез стебля сельдерея? С помощью ярких красок этот овощ в руках ребенка превратится в прекрасный цветок. Разрезаем стебель, макаем срезом в краску, прикладываем печать к бумаге, и цветочек готов. Второе. Рисование зубной щеткой. Еще одна отличная идея для рисования – вместо кисточки использовать зубную щетку. Ее широкими мазками можно разнообразить любой рисунок, а брызги с ворсинок станут прекрасным завершающим штрихом. Третье. Рисование ватными палочками. Точечная техника рисования обязательно придется по душе вашему малышу, если использовать ватные палочки. Их можно использовать как по отдельности, так и несколько сразу. Свяжите вместе несколько палочек и окуните в краску. Печать готова. Четвертое. Рисование с трафаретами. Если ваш малыш часто жалуется, что нарисовать желаемую фигуру у него не получается, на помощь придут трафареты. Изготовьте из картона несколько вариантов на выбор, а остальное сделает фантазия малыша. Пятое. Рисование воздушным шариком. Слабо надутый воздушный шарик также можно использовать как печать. Для этого обмакните его в хаотично разведенную несколькими цветами краску и оставьте отпечаток на бумаге. Шестое. Рисование вилкой. Разноцветные отпечатки от зубчиков вилки станут прекрасным украшением любого рисунка. Использовать такой способ можно, рисуя, например, ежика или цветочную полянку. Седьмое. Рисование пластиковой картой. Хотите создать оригинальный фон для рисунка? Нанесите на бумагу несколько капель краски разных цветов и ребром пластиковой карты размажьте капли плавным движением. Радужный узор готов! Надеемся, наши советы были для вас интересными. Наше утро подошло к концу. Впереди у вас интересный, насыщенный день. Помните о тех советах, которые мы вам сегодня дали. Ну а мы вам желаем хорошего, удачного дня. Андрей Добрый, Надежда Пархунова. Встречали это утро с вами. На и прекраснейшей среды всем, весеннего настроения и, конечно же, до встречи в эфире. Пока-пока. Всем здоровья. Пока-пока.